В целях разъяснения жителям области поправок в Конституцию создан общественный штаб в составе представителей интеллигенции, членов Совета ветеранов, руководителей неправительственных организаций, представителей СМИ, лидеров молодежных организаций и ученых. Такие общественные штабы созданы в Таразе и в 10 районах области. Члены штаба встретились с жителями 371 населенного пункта области и провели разъяснительную работу. Об этом на пресс-площадке региональной службы коммуникации рассказал председатель штаба Амангильды Карентаев. На сегодняшний день на территории области проведено 571 мероприятие, в которых приняли участие почти 68 тысяч человек. Наибольшее их количество 433 – это встречи, а 138 состоялись в формате культурно-массовых мероприятий в выходные дни. Президент сунган кешенди реформаларды жүзөгө ашыруу үчүн Конституциянын 33 бабына. В области имеется опыт проведения инициативных мероприятий в поддержку референдума. С начала информационной кампании организовано 2262 мероприятия, в которых приняли участие 276 205 жамбылцев. Всего областным общественным штабом проведено 2833 мероприятия, в которых приняли участие 343 835 человек. Кроме того, по их итогам организуется информирование населения. Всего в социальных сетях размещено 39 076 публикаций. В работе по информированию населения используются наглядные пособия и информационные стенды. В регионе размещены 416 билбордов, 338 информационных стендов, 1352 информационных плаката.